Ребята, сегодня мы поиграем в стрелялки. И давайте... Сейчас вам что-то покажу. Приветики вам. Ну ладно. Все, давайте. Идем в бой. Опа, нашел-то. Мне два оружия от них. Стоп. В бой. Я нажал. Блин, что-то не очень хорошо. Они сделали что-то там, да. О, давайте следующий. О, только наш появился, давай. Побежали. О, еще на такой карте я что-то не был. Ой, я тебя боюсь. И все, минус. Брысь отсюда, брысь! Я валю. Побежали. Где мои все мужики? Да, ребята. ППшки. Вот зараза, да? Прям в бой. Брысь отсюда, брысь! Еще один. Лови гранату. Что за... Да, ребята. А как они так лидируют? Или мы лидируем? Мы лидируем. Мужички, как они сюда пробрались? Интересно, что я забыл. Тихо. Ты же лови. Я все гранатики пока потратил, да, ребята? Побежим вот тут. И обойдем вот так смешно. Да, ребята? Друзья все, успокойтесь, свиньи. Ты не слепой. Я буду в поезде бегать. Тук-тук, да? Да, пацаны, девка. Да. Туда же быстрее. Вот, блин, ну почти прибил. Помнишь, в Виспе? Кому не разрешают смотреть стрелялки, тех я не трогаю. Ну, давайте. Тут у меня есть еще Clash Royale. Очень хорошая игра, кстати. Почему тут прыгать нельзя? И тут убежите! Ловите гранату! Лимоночку! О, вот он, пацан. Я почти всех убил. И вот добил одного. Вот забил. Ловите еще одну гранату. Тройное убийство. Второе такое. У меня один раз только двойное было. Смотри, втыкаем. Чем помощь, если я его убил? Мы на их базе заметались, что я так. Давайте возьмем УЗИшку сейчас. О, она мощная. Такая. Что за? Они сейчас будут точно на нашей базе, как я и приугадал. Сложно типа было. Как сложно? Ну там тебе нормально. О. Вот это нельзя нам. Ну...
Возьмите гранатку. Ой. А, убил. Еще раз ловите гранатку. Вот, убил. Нужна аптечечка, аптечечка. Ой. Так, ребята. Раунд завершен. Сейчас мне, наверное, еще один раунд. Пойдем. А, ну да, чего тут? Смотрите, у меня почти третий левел. Ух, 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 ух. Тоже на первом месте. Интересно. Конечно, я 14 килов. Представляете? Фу, ой, как сложно, вот немножко. Вот он я. Давайте снаряжение зайдем. Реклама. Закончится, покажу вам все. Продолжаем. Так, а как вы думаете? Я думаю, что экспы нужны. Потому что деньги экспы дают. Понимаете? Так, может, купить комплект. Ай, сойдет, сойдет. А где магазинчик-то? Скажите мне. Вы не знаете, ребята? Текущее задание. А, убить... А, игроков-то это... Пойдемте в бой команды. Пойдемте сейчас, давайте. О, тренировочная база. Ну, это совсем будет не тренировка. А, нет, ну такое уже было. Она интересная, она мне понравилась. Хоть не очень сильно, но понравилось. Точно, ловите гранатку, да? Да, друзья. О, блин. Ловите еще одну. Пока я добрый. Вот. Как это надо убивать, ребята. Ну, я опять убился. А, у меня больше нет гранат. Я люблю просто гранаты вот эти закидывать. Быстрее, быстрее. О, задание завершил. Давайте. О, так. Кто тут нарывался на меня? О, сзади нашелся. Помощь в убийстве была. О, это точно было убийство. Точно там нет. Нестабильность. Соединение. Давайте, друзья, сейчас. Вот так давайте. О, мне нужно патрончики, патрончики. А мужичок. Воу, пацанчик. Валим, валим, валим. Блин, прибили. Да, друзья? Прям прибили, взяли. Вот такое хорошее было оружие. Теперь автоматик дурацкий. Дурацкий. Адский. И ты, братан, хотел помочь. Я думаю, что ты еще жив. Здесь мое оружие. Во-во-во-во! Потому что я такой тупой, могу вот так тебе сделать, ясно?
хотя бы такой давай. Снайперка, конечно, берем. Большую часть я сделал. Лучше здесь. Побыстрее. Так, давайте, ребята, продолжим. Вот так. Помощь. Попадание в голову. Круто. Крутую тактику вы придумали, мужики. Как не русские. Ой, мы опять, друзья, выиграли. Давайте. О, вот так. Почти. 3 гранаты. Победа. Вот. Ну, как-то вот так, друзья мои. И как всегда я на первом месте. В лобби, конечно. И закончится реклама, мы продолжим. Ой, это что, извините. Ой, это я не... Извините, подождите. 2 секундочки. Это, извините, это я нечаянно, но я заключила. Подождите немножечко. Ну, давайте. Ой, извините. Ай, я сейчас так всегда бывает. Я же недавно играю, мне это все равно было. Текущее задание. О, давайте все получим. Я думаю, всем пока. Увидимся в следующей серии.